16 февраля на базе централизованной библиотеки имени Фазу Алиева и города Каспийска состоялся единственный в Дагестане турнир по ораторскому искусству Russian Battle Speakers. Отметим, что в честь его открытия вход был свободным для всех желающих. Зарегистрировано на мероприятие было у нас свыше 30 человек. Вход на первое мероприятие, вход в честь открытия нашего турнира мы сделали бесплатным. Проект, он обещает быть довольно успешным, так как заинтересовано очень много людей. Ну, мы будем рассматривать различные предложения. По словам организаторов, подобные турниры необходимо проводить для развития своей личности, ведь ораторское искусство, актерское мастерство и сценическая речь – три кита, на которых держится любое выступление. От того, насколько мастерский оратор владеет каждым из них, зависит его успех и эффект, произведенный на публику, и результат, который получит оратор. В завершении турнира все конкурсанты получили памятные призы от организаторов. Все участники нашего турнира, вне зависимости от того, выиграли ли они, либо проиграли, они уже получат небольшие гонорары. Да, на начальном этапе они символические, но в дальнейшем, по мере продвижения нашего проекта, мы будем это, конечно, нашу планку поднимать. Стоит подчеркнуть, что в ходе турнира участники за кофе-брейком также обменялись опытом и различными лайфхаками ораторского искусства.